Макс. Всем привет, ребята. Давно меня не было на канале, особо ничего не получалось снять, хотя ездили на рыбалку с Олей. Давно я хотел закоптить уток, холодного копчения сделать. Горячего я пробовал как-то так не очень. И вот пришла мне коптильня, огромный такой пакет. Сейчас мы ее распакуем, посмотрим. Сделаем такой обзорчик небольшой. Коптильня от компании Hobby Smoke. Это первая в России компания, которая начала делать дымогенераторы. В принципе, кто с руками, тот это дымогенератор, эту коптильню. Все это можно собрать самому, но это нужны руки, нужны время нужно. Вперед, достаем, смотрим. Огромный мешок, хрен знает сколько. Весит, тяжеленький. Я, в принципе, с России до Беларуси быстро дошел. Насколько я понимаю, там по России вообще бесплатно доставляют. Так что можете заказывать. Опа, первая коробочка. Вот, это модель дымогенератора 2.0+. Оу. Так, инструкция. Холодное копчение, 19 рецептов сразу в комплекте, чтобы интернет не смотреть, раз прочитал. Колбаска, свиные шеи, курица, балык. Короче, нам так не жить. Запакованы. Так, ну вот сам дымогенератор. Нержавейка 2 мм. Hobby Smoke. Компрессор. Ну, типа как для аквариумов подключается, чтобы дым нагнетался. Типу сразу положили, чтобы я сразу что-нибудь закоптил. Даже зажигалку положили. Так, еще щипа. Щипа для копчения ольха. Ну, понятно, что эти все ништяки можно по ссылке в описании приобрести. Там по ссылке будет 10% скидка. Ну, заходите, кого интересует, смотрите, как бы коптите. Так, ну и самый большой контейнер. Сейчас распакуем, посмотрим, что там внутри. Вот это все. Так вот. А это сама емкость для копчения. Сейчас мы ее соберем по-быстренькому и поговорим. Это специально для таких, как я, схема. А что ты там положил? Где? Это будут эти винтиклюшки всякие. Можно разобраться, быстренько собрал. Ну как быстренько? Одному не очень удобно, но собрал нормально. Вдвоем лучше собирать. Конструкция не хитрая. Сейчас попробуем, как оно будет работать. Я уже вот тут розетку принес. Сейчас засыпем. Ольховую щепу прислали. Коптить пока нечего, сезон не начался, но скоро пойдет вода в хату. Ты
Так а зачем ты, подожди, это делаешь, если мы ничего коптить не будем? Ну просто попробуем, как работает агрегат. Еще компания производит сборники конденсата, он ставится между ящиком и дымогенератором, но они мне почему-то его не прислали, не знаю, может они мне его пришлют, по крайней мере обещали. Не знаю, но это мы решим этот вопрос, я надеюсь. Так, ну что, давайте попробуем. Чё, как они? Чик-чик, регулировочка. А, надо закрыть. Зажигалка классная. Не видно дыма, она горит. Пошел уже из коробки дым. Ну вот такой набор стоит 11 500. Ну я не знаю, как бы можно и самому сделать. Ну я бы сам не сделал, например. Для меня проще такую вещь купить. Ну кому как. Во всяком случае, ну сделано вроде как качественно. Вот уже и дымок пошел. Можно что-то и закоптить, сейчас посмотрим, что там внутри. О! Ну конечно эффектно было, если бы там были эти. Да, если бы там были черочки. Дымогенератором, в принципе, мощность регулируется, подача воздуха, от этого быстрее дым идет. Ну дым красивенький, такой беленький. Пахнет вкусно. Так, ну все желающие посмотреть, переходим по ссылке в описании. Для моих подписчиков 10% скидки. Там разный ассортимент, даже вот поварская книга на 19 рецептов. Так, общение почитал, интересно, но как-то, ну, я думаю, что я буду делать попроще, чем тут написано. Ну, это мы все проверим, как начнется сезон, обязательно я хочу попробовать диких уток закоптить. Ну, блин, я пока ничего не могу сказать, пока не опробуем, конкретный будет результат уже в конце, но коптит хорошо, пока что. Все, ребята, оценивайте видео, подписывайтесь на канал и увидимся в угоде. Давай еще раз открою. Давай хоть голубики закоптим. С малиной. С малиной. И вишней. И вишней. Приятный аромат, конечно. Ореховый какие-то. Все, я уже хочу рыбку.